Ну что, друзья, заскучали по мурашам? Сегодня у нас белковая дегустация. Мурашей, конечно, есть не будем. Будем их кормить. Наши гиганты-вагусы обустроились в новом формикарии, и пора им на ютюбе покрасоваться. Предложим им сегодня 5 видов белка. Здесь у нас и свежий, и отварной белок. Насекомые подморожены, нашинкованы, и, соответственно, это уже фактически сервировочная нарезка. Никаких сцен жестокости нет и быть не может. В меню туркменский таракан, домовый сверчок, мучник, креветка и кальмар. Начнем дегустацию. Небольшая пауза. Хочу обратить ваше внимание на магазин муравьев и муравьиных ферм foans.ru. Это ферма российского производителя с отличным соотношением цена-качество. Фермы действительно интересны и заслуживают вашего внимания. Модельный ряд содержит фермы от недорогого инкубатора до продвинутых модификаций кристалла. Хотите сэкономить, берите комплект с муравьями, так дешевле. Ссылки на магазин и группу найдете под видео. Пауза закончилась, возвращаемся к основной теме. Спасибо за внимание. Несмотря на то, что самый знакомый для этой колонии из всех представленных кормов это мучник, ему достается лишь третье место. Лидируют у нас туркмены и сверчки. И я этому абсолютно не удивлен, ибо в них больше белка и меньше жиров. Опять же, мураши почти всегда отдают предпочтение свежим насекомым, а не отварной креветке. Кальмар же был вовсе проигнорирован колонией.
Между тем, приз зрительских симпатий достался тараканьей ноге, которую глодали и таскали по арене все, кому не лень. И после обильной трапезы один из солдат даже решил изобразить Винни-Пуха и сделать вид, что он застрял в проходе. Надеюсь, серия вам понравилась, и я могу рассчитывать на ваши репосты в соцсетях, если, конечно же, муравьиная тематика на канале вам еще не надоела. С вами был Олег, пока-пока!